Эта девятка рекомендует прямой эфир. И сегодня, друзья, мы будем разговаривать про новостройки. Заходите также в группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Там идет прямая трансляция. Вы можете задавать свои вопросы нашим экспертам. А кто они, вы узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте! Сегодня в прямом эфире «Девятка» рекомендует руководитель отдела продаж специализированного застройщика «Киров Спецмонтаж» Денис Семенов и Артем Долгушев, руководитель отдела маркетинга специализированного застройщика «Киров Спецмонтаж». И сегодня мы поговорим о новостройках в нашем городе. Доброго вечера. Ну что, Добрый. Я рада вас Добрый. Приветствовать здесь, в прямом эфире. И, конечно же, сейчас очень актуальная тема. Мне кажется, что это покупка квартиры. И, в частности, хочется рассмотреть, конечно же, новостройку. Заезжать в новенькую квартиру с чистым ремонтом — просто счастье. Это правда. Да, класс. Расскажите, пожалуйста, чем сейчас именно выгодна покупка новостройки? Нужно ли это делать? Потому что все боятся, цены растут. Что происходит на рынке? Денис. Всем доброго вечера. Меня зовут Денис, я начальник отдела продаж «Киров Спецмонтаж». Хороший вопрос. Не могу с вами не согласиться, что всегда приятно заехать в новую, чистую, красивую квартиру с новым чистым ремонтом, с современными подъездами, с отличным планировочным решением и современным дизайном, которые будут радовать вас долгие годы, соответственно. Почему выгодно квартиру купить сейчас? Давайте порассуждаем. К примеру, недвижимость, соответственно, всегда ценилась, всегда ценится. Это, так скажем, некий базис у нас, к которому все стремятся. Как говорится, каждый человек, каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом. Сейчас дома строим мы, взяли, так скажем, на себя эту ответственность. Вот. Почему выгодно ее купить? Так, существует на самом деле очень много моментов, на которые стоит уделить внимание. Например, по-прежнему квартиры продолжают немножко расти в цене. Угу. То есть это всегда хороший инструмент, Конечно. Как вложение. Вот Артем, я думаю, меня поддержит. Конечно, да. Также... Почему именно новостройка? Потому что посмотреть, да, на тот рынок, который у нас есть сейчас, это уже те квартиры, которые были, так там кто-то жил, и новостройка. Что все-таки лучше? Выгоднее? Артем? Так, помощь, Артем. Конечно, как Денис сказал, приятно заезжать в новую квартиру. И сегодня действует действительно очень интересное предложение, как от самих застройщиков, как от нас, да, там комплексные программы по ипотечным ставкам, так и по государственной поддержке от и государства, и от банков еще более выгодные условия. То есть на сегодняшний день ставки по ипотеке очень привлекательные именно для детей, например, для семей с детьми. Угу. То есть это в среднем где-то около 6%, да, по государственным ставкам. Если по субсидированным ставкам и предложениям от банков, то примерно где-то около 4% можно даже найти такую ипотеку. Ого. Здорово, да? То есть заезжая в большую квартиру, вы платите не так сильно много, и при этом вы живете в новой, красивой квартире, удобной, которая подойдет всем вам и на будущее ваших детей. Угу. Хорошо. Да. Вот смотрите, а что сейчас вообще с ценами? Потому что многие переживают, вот вы сейчас сказали, ипотека достаточно как бы приемлемая, да? И многие сейчас как раз со счетов начали снимать деньги и хотят именно посмотреть, могут ли они вообще себе позволить новостройку или какое-то уже жилье, которое уже кто-то там жил, да? Что по ценам именно сейчас? Ну, смотрите, по ценам вопрос действительно очень интересный и актуальный. На самом деле, так как большее число сделок по недвижимости происходит за счет ипотечного кредита, то, скорее всего, здесь будет более интересен ежемесячный платеж. Да, то есть там квартира может стоить несколько миллионов рублей, но при этом вы будете платить там около 10, 12, может, 15, 20 тысяч, в зависимости от того, какую квартиру вы покупаете. Вот, то есть тут вопрос, сколько человек готов платить в месяц за ипотеку. Непосредственно по ценам, все зависит от потребностей и от микрорайона, в котором человек хочет купить квартиру. То есть это может быть цена и от 52 тысяч рублей за квадрат, там, от 70, от 80 и так далее. Все, грубо говоря, ограничивается тем, что же человек хочет себе купить.
Вы такую цену сейчас сказали, действительно, 10-12 тысяч, да, за ипотеку, при том, что ты платишь за свое. Многие сейчас даже столько, намного больше платят за съемную квартиру. Это реально так, такие есть цены сейчас в Кировспецмонтаж? Ну, если мы смотрим самые небольшие квартиры, да, то есть квартиры-студии, однокомнатные квартиры в микрорайонах, например, Ривер-парк, но в любом случае нужно под каждого человека рассчитывать индивидуально. То есть условия у нас, конечно, индивидуальные, подбирают наши специалисты самые выгодные, самые лучшие. Вот. А действительно, если платеж по ипотеке примерно, ну, плюс-минус такой же, как и за съемную квартиру, зачем платить за съемную, когда можно купить свою? Тем более у нас есть уже сданные дома. В сданных домах можно уже, если нужно срочно заехать, заказать чистовую отделку, вместе с этим приобрести и мебель по каталогу. То есть заехать сразу в новую квартиру, где можно сразу жить. Ого, супер. А, друзья, совсем скоро мы будем еще говорить про то, как вложить в квартиру, в новостройку, вообще, насколько это выгодно, квартира как инвестиция. Но а пока вы как раз сказали про мебель. У нас, кстати, есть сюжет о том, что в новую квартиру всегда хочется сразу обставить красивую мебель. Как ее выбрать, мы расскажем прямо сейчас. Обновить интерьер и подобрать мебель для вашего дома вы можете в одном месте. Сегодня мы пришли в мебельный салон «Амира Хоум», который находится в «Спартаке» на втором этаже. И сейчас вместе с директором салона Любовью мы обсудим то, как выгодно вы можете приобрести мебель в современных реалиях, а также какие преимущества есть у мебельного салона «Амира Хоум». Если говорить о преимуществах нашего мебельного салона, то в первую очередь это, конечно же, опыт. Мы на рынке уже более 15 лет, и за это время мы привезли в Киров такие известные бренды, как мебель «Грета», как «Клюква детская мебель», турецкая мебель «Энза Хоум». Уже более 5 лет мы занимаемся развитием собственного производства. У нас можно заказать мебель в любую комнату. Пожалуйста, приходите, и любой спрос мы однозначно удовлетворим. В вашем салоне представлено достаточно большое количество брендов. Что это дает клиенту? В первую очередь, это дает право выбора. Всегда есть спрос на разные виды мебели. Например, фабрика «Грета» производит кухни в премиальном сегменте. Из натурального шпона, натурального массива. Фабрика «Клюква» производит мебель для детей. Очень большой ассортимент, хороший модульный ряд и хорошее качество. Также в нашем салоне можно приобрести мебель турецкого бренда «Энза Хоум». Кстати, мы являемся в городе единственным представителем данного бренда. Почему стоит обратить внимание на «Энза Хоум»? Чем вам интересен данный бренд? В первую очередь, это интересные современные модели. Над ними поработали известные итальянские дизайнеры. Это очень широкий модельный ряд. Это и диваны, это спальные гарнитуры, обеденные группы, ТВ-зоны. Очень много всего интересного, вплоть до светильников и ковров. И, конечно же, что сейчас немаловажно, это склад в Москве. То есть данную продукцию мы можем приобрести не обязательно под заказ из Турции. Мы можем приобрести ее из наличия со склада в Москве и привезем в течение 2 недель. Кстати, прямо сейчас мы как раз сидим на одной из моделей данного бренда. А сейчас мы поговорим о том, как в современных реалиях выгодно приобретать мебель для дома. И здесь стоит обратить особенное внимание на кировское производство. Благодаря тому, что мы имеем в городе Кирове свое собственное производство, мы можем предложить нашим клиентам качественную мебель по демократичной цене. Насколько я знаю, свое собственное производство у вас есть уже более 5 лет. Но в современные реалии заставляют нас меняться. Изменилось ли что-то у вас? Может быть, появились какие-то новые готовые решения или другие идеи?
идеи. Но современные реалии, Юлия, всех заставляют шевелиться быстрее, и мы не исключение. Все, что мы планировали за последние полгода и даже год, мы сделали буквально за 3 недели. Во-первых, было выпущено и разработано более 10 новых фрезеровок в МДФ покраске. Буквально уже через неделю они поступят к нам в салон, можно прийти, посмотреть и заказать в них красивую качественную мебель. Во-вторых, мы давно мечтали сделать модульный стандартный ряд. Для чего это обычно делается? Во-первых, для удобства, во-вторых, снова для удешевления конечного продукта. Поэтому нами были разработаны стандартные линейки спальных гарнитуров, прихожих, гостиных, и сейчас готовится детская мебель. Это тоже немаловажно. Уже готовы прайсы, уже готовы картинки, как эта мебель будет выглядеть. Любовь, еще за кадром мы с вами обсуждали, что также у вас есть еще одно выгодное, интересное предложение для всех клиентов. Давайте его все-таки озвучим. Да, Юля, мы за последние 2 недели долго думали. Вообще каждую весну мы обновляем свой салон. И вот нынче мы думали, обновлять, не обновлять, продавать, не продавать. И все-таки решили, что салон мы будем обновлять, все образцы мы будем продавать. И цену мы зафиксировали, цену 2021 года. Поэтому все, что вы видели сегодня в кадре, можно приобрести. Пожалуйста, приходите. Здесь, в салоне Амира Хоум, вас ждет действительно широкий ассортимент мебели на любой вкус. А самое главное, что салон идет в ногу со временем и предлагает выгодное решение. Приходите. Октябрьский проспект, 149, Спартак, 2-й этаж. Продолжаем. Сегодня говорим про новостройки, как приобрести классную новую квартиру, где это возможно, сколько это стоит. Сегодня Денис и Артём честно отвечают на все вопросы. Итак, поехали. В группе ВКонтакте «Девятка Твегиров» вы, кстати, можете задать свой вопрос. Я думаю, что он точно не останется без ответа. Вот, например, как это сделала Катюшка Клинова. Можно ли приобрести квартиру в трейд-ин, обменять старую на новую? Есть такая возможность? Да. У нас есть отличный реализованный проект. Как раз-таки так и называется, аналогично трейд-ин. То есть, если есть желание или потребность перевести новую квартиру, мы с радостью поможем. Возьмем все заботы по продаже вашей квартиры на себя. Вам только останется наслаждаться новой квартирой. А это выгодно? Конечно. Мы с вами встретимся, подберем лучшие варианты, исходя из ваших пожеланий, ваших требований. Менеджеры, естественно, все расскажут, все покажут, проводят. Если вдруг, к примеру, даже чуть-чуть не хватит, у нас есть отличные, вот только-только свежие запустились программы по ипотеке, которые помогут вам снивелировать разницу в ежемесячном платеже. Он будет максимально комфортный, и вы останетесь довольны. Класс. Да. Ребят, у кого есть квартира, кто давно мечтал, вот просто. Да, обновить всех нам. Супер. Вопрос вот такой вот. Мария Чернова, а выгодно ли сейчас брать квартиру именно в чистовой отделке или, может быть, лучше в черновой? Как вот? Я считаю, что выгодно, потому что ремонт — это всегда некоторая боль, немного страданий и много всего сопутствующего. Это, во-первых, вам нужно потратить огромное количество времени, чтобы съездить за материалами, выбрать эти материалы, как-то их привезти, найти бригаду ремонтников, отделочников, кто будет делать именно качественно, хорошо ремонт. Да, проще просто прийти и сразу все приобрести, и вы заедете в чистую, в новую квартиру, в которой нужно будет просто расставить мебель. Даже мебель мы можем вам, грубо говоря, продать уже готовую. То есть вы просто приедете и начнете жить. Тем более, что строительные материалы сейчас ого-го сколько ого-го стоят. Да, да, у вас наверняка есть какие-то там свои, да, моменты, нюансы, скидки. Возможно, возможно, и все такое прочее. Класс. Хорошо. Паша Бурганов. Сколько времени занимает покупка квартиры в ипотеку? Потому что многие думают, что надо документы какие-то составлять, еще что-то там.
На самом деле сейчас максимально упрощена данная процедура. Все делается в одном месте, это в нашем офисе Кировспецмонтаж, где собраны специалисты по всем банкам. С вас только прийти, выбрать квартиру, угоститься вкусным кофе, так скажем. Мы вас проводим к менеджеру по ипотеке, который максимально быстро подаст все за вас документы, с вас только паспорт, СНИЛС. Заявка рассматривается моментально, в большинстве случаев занимает не более 5-10 минут. Вот, соответственно, далее мы переходим к оформлению, регистрации сделки в МФЦ, далее берет на себя все банк, то есть вы только ожидаете свою новую, современную, красивую квартиру. То есть даже если с утра проснулся, хочу жить в новой квартире. Да, это можно сделать. И это возможно практически за день, я буду уже знать, что хотя бы у меня что-то есть. Да. Супер. Абсолютно. Сказка просто. Хорошо. Какие новые микрорайоны сейчас вообще, в каких новых микрорайонах сейчас есть квартиры? Возможно. Наверное, я отвечу, да. Uh-huh. Если мы говорим прям про новые микрорайоны, то буквально в прошлом году, в конце, наверное, прошлого года, да, мы запустили новый микрорайон «Ривер Парк». Он находится в Коминтерне, рядом с ДСК, рядом с микрорайоном «Озерки». Это абсолютно новый наш проект, абсолютно новый, такого не было еще в городе ни одного. Он будет красивый, он будет близко с природой, там будет закрытый двор, будет детский сад внутри, рядом находится школа. Он строится по абсолютно новой технологии. Это будет бомба просто. Денис, есть что добавить? Да, в этом микрорайоне будут решены много инновационных моментов учтены. То есть вы покупаете практически дом комфорт класса, но по более бюджетной цене. При этом вы получаете и инновационные навесные панели, и подсветку фасада, что делает дом еще красивее и ярче, и выделяет его на фоне всех близлежащих домов, да даже из реки его будут все видеть. Кроме того, закрытые удобные дворы, которые сохранят ту красоту, которую мы для вас планируем там построить, а какую, приходите к нам в офис, все покажем, расскажем. Сквозные подъезды, то есть спускаясь на первый этаж, если вам нужно к машине, вы ходите в одну сторону, нужно с детьми погулять в закрытый двор, как раз-таки безопасный, современный, обустроенный, то в другую сторону. Кроме того, предусмотрены колясочные, велосипедные, которые, опять же, разгрузят вашу квартиру и высвободят дополнительно полезные метры, где вы можете какую-нибудь оранжерею собрать, например. Да, можно буквально еще секундочку? Да. Если вы зайдете на наш сайт ksm-defiskirov.ru в проект «Ривер Парк», то на странице этого проекта можно будет пройтись по этому микрорайону в 3D. То есть 360 его посмотреть с разных точек, да, с высоты птичьего полета, и прямо внутри двора покрутить камерой и все увидеть. Класс. Друзья, если вы захотели прямо сейчас, то я попрошу вывести как раз титры, вот они сейчас есть на экране. Заходите в социальные сети и в офисы продаж, я думаю, что будет очень интересно. Конечно. Супер. Есть еще вопрос. Расскажите, какая сейчас средняя, не минимальная площадь квартиры студии у вас есть? Да, у нас достаточно огромный ассортимент квартир, то есть они составляют от, скажем, минимальных 23 метров до... Ну, студию мы можем даже за 30 плюс продать, так скажем. Mm-hmm. Средняя площадь, усредненная, так скажем, порядка 26 квадратных метров, на которой комфортно разместится и кухня-гостиная, где можно разместить, опять же, и кухонный гарнитур, и диван, он же и гостиная. Все в одном. Будет предусмотрено место для хранения вещей, будет предусмотрен также хороший современный санузел, который уместит большинство ваших пожеланий. Поэтому с комфортом можно проживать одному-двум небольшой семье. То есть это, несмотря на то, что это студия, но это просторная достаточно квартира, да? Это не те вот малюсенные, да. Которые... О, как классно! Еще вопрос вот такой, Катюшка Клинова. А как обстоят дела с шумоизоляцией в домах? Хочется тишины. И, кстати, многие говорят, что в новостройках иногда бывает шумно. Но давайте честно скажу, как у вас. Все наши дома соответствуют ГОСТам и требованиям. Добавлю также, что рассматривая любой кирпичный каркасный дом, вы получаете не просто стену из кирпичей или из гипсокартона, из пазогребня. Это полноценная кирпичная стена, потом 10 сантиметров шумоизоляционного материала. Еще стена из кирпичей, это между соседями, к примеру. И дополнительная штукатурка, что в целом образует более 30 сантиметров толщины стены перекрытия. И плюс шумоизоляция, которая придаст комфорту проживания в наших домах.
Это, знаете, как раньше, как многие говорят, как раньше строили, да? Да, да. Да? Ну, только теперь еще даже лучше. Еще чуть лучше, да. Да, вот еще вопрос. А где же все же квартиры лучше? На нижних этажах или на верхних, если, например, как-то выбирать? Я вот слышала, что бывает на верхних, что даже скидки какие-то есть, да, там виды красивые. Очень интересное предположение про скидки на верхних этажах, потому что верхние этажи обычно видовые. Угу. Да. А где лучше выбирать, это вопрос потребности клиента. Мы, наверное, не сможем ответить на этот вопрос, потому что, например, я бы выбрал квартиру на верхнем этаже. Вот Денис тоже живет на верхнем этаже. Да. Кому-то да, нужен, например, квартира на первом этаже для, например, родителей, да, кто-то покупает квартиру для того, чтобы они могли беспрепятственно выйти из квартиры во двор, там, например, или вот просто сидеть в окошечке и общаться со своими подругами. Угу. Ну, к примеру, соглашусь, да. Очень большое количество факторов, так скажем, индивидуальных у конкретного человека, который влияющий на выбор этажа. То есть кто-то гонится за видовыми характеристиками, как сказал Артем, кто-то, так скажем, в силу возраста предпочитает более низкие этажи. У всех свои причины, и чтобы разобраться в них, выбрать, приглашаем опять же к нам. А, хорошо, еще вопрос. Вот очень многие сейчас думают, рассматривают именно квартиру как инвестицию. Mm-hmm. Насколько это выгодно и стоит ли это делать сейчас? Что скажете? Я могу ответить? Угу. Да. Пожалуйста. Инвестиции тоже бывают разные. Мы же все это понимаем. Кто-то пытается сохранить свои деньги, кто-то пытается их приумножить. То есть квартиру можно рассматривать как такой вариант и как такой вариант. То есть вы можете приобрести квартиру, затем ее сдавать, да, и при этом получать пассивный доход на протяжении долгого времени. Либо вы можете рассмотреть квартиру с целью перепродажи. Да, чтобы купить на старте и продать уже по факту немногим или многим дороже, ведь в зависимости от того, насколько квартира ликвидная. Конечно, приобретая квартиру на старте продаж и у надежного застройщика, есть гарантии того, что эти квартиры будут цениться выше, да, и что в сложные времена, например, как сейчас, да, эти квартиры будут действительно достроены и сданы в срок. Хорошо. А что, вот смотрите, инфраструктура вокруг, как нужно вообще выбирать правильную новостройку, да? Что важно, вот вы сказали, в Ривер-парке, да, там и школы, да, там и так далее, и садики даже рядом есть. На что еще обращать внимание, когда мы выбираем новую квартиру? Мы застраиваем именно комплексно, то есть подходим к этому делу основательно, застраиваем целыми микрорайонами, стараемся учесть максимальное количество факторов, пожеланий для каждого того клиента, кто будет жить у нас в наших домах в будущем. То есть строим не только дома, то есть придомовые территории, эти же детские площадки для всех возрастов, то есть как ребенку с трехлетним возрастом поиграть в песочнице, покататься с горки, так и более взрослых людей, которые вышли во двор, не знаю, поподтягиваться, например, заняться зарядкой. Да. Тоже найдется место. Кроме того, в большинстве наших микрорайонах мы предусмотрели зоны отдыха, то есть какие-то парки, прогулочные зоны. Каждый наш микрорайон подключен к собственной газовой котельной, mm-hmm. что немаловажно, в нынешнее время помогает экономить на коммунальных платежах, и вы всегда будете с горячей водой. То есть отключения не важны? Практически исключены. Вот это да, вот это просто чудо. Хорошо, давайте еще скажем, какие еще сейчас есть районы, которые можно рассмотреть, в которых как раз есть свободные квартиры. Mm-hmm. Это Ривер-парк, правильно? Mm-hmm. Что еще? Чистые пруды. Чистые пруды. Угу. Самый большой, самый известный, наверное, микрорайон в нашем городе. Угу. Жилой комплекс «Лайф». Это инновационный комфорт-класса комплекс, который имеет также закрытый двор, дома, каркас кирпичной технологии постройки. Конечно, рассмотреть, посмотреть все плюсы, нам, наверное, времени не хватит с вами сейчас. Угу. Именно поэтому, опять же, пригласим в офис. Если интересно, а я думаю, интересно, каждому хотя бы прийти, ознакомиться, захотеть. Супер. Ну что, сегодня мы настолько много действительно узнали и про новостройки, и сегодня поняли, что выгодно сейчас, ребята, если вдруг вы думали, что делать со своими средствами, или нужно переезжать, или не нужно, то есть и трейд-ин, есть mm-hmm. классная квартира и классные районы, которые можно сейчас выбрать по вкусным mm-hmm. ценам. Так что мы вам рассказали сегодня, где это сделать. Спасибо вам огромное. Желаем вам успехов. Спасибо. Ну и, конечно же, друзья, я жду от вас фотографии из новых квартир. Присылайте их нам. Всем хорошего вечера, а сегодня в 19:30 не забывайте новый проект «Давай оденемся». Встретимся там. Пока-пока.